Карликовая сосна сферической формы, очень компактная, сохраняет свою форму без обрезки. Очень похожа на сорт Pyrex Bourgeon, но отличается более светлой яблочно-зеленой хвоей и более округлой формой. Рекомендуется для выращивания в контейнерах, на террасах и балконах. Место солнечное. К почве и влаге не требовательно. Особенности. Растет медленно, 5-9 см в год. К почве и влаге не требовательно. Высокая устойчивость к болезням и вредителям. Форма кроны и высота. Небольшой округлый куст. Образует плотный компактный шарик. Медленно растущее дерево, высотой до 1 метра в высоту. Растет медленно, после 10 и лет достигает 50 см в высоту и 70 в ширину. Хвоя. Хвоя светло-зеленая, мягкая, блестящая, расположена спирально, сохраняется на дереве 3-4 года. Шишки. Цветы мелкие, незаметные, появляются в мае. Мужские цветки, желтые колоски, женские зеленовато-красные шишки яйцевидной формы, иногда несколько удлиненные. Свет. Светолюбиво, может переносить легкое боковое затенение. Почва. Может расти на каменистых грунтах, не переносит засоление. Не требовательна к плодородию почвы, не любит уплотнения. Хорошо переносит жару и засуху, ветроустойчивая. Хорошо растет на воздухопроницаемых песчаных почвах. Мало требовательна к влаге. Морозостойкость. Морозоустойчивая, выдерживает мороз до минус 34 градусов. Сосна черная Мари Бриген – это многолетнее растение. Сосна прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.